Редактор «Телеэкспресс» представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Конец света в Ноябрьске. Сбой на линиях электропередач остановил работу котельных. 9-летняя война. Именно столько жительница города пытается получить инвалидность первой группы. И веселые старты. Самых быстрых, ловких и метких выявляли среди воспитанников ноябрьских детсадов. Сегодня утром в 9:08 системы защиты отключили линию электропередач напряжением 110 кВт. По словам заместителя главного инженера ноябрьских электрических сетей Виктора Устиченко, практически сразу автоматически линия была введена в работу. Однако сбой в электроснабжении почувствовали все потребители города. В жилых домах и офисах в этот момент замигали электрические лампочки. Более того, вследствие внезапного отключения электроэнергии 9 городских котельных и большинство центральных тепловых пунктов, которые находятся в ведении «Энергогаз Ноябрьска», остановились, и уже специалистам этой компании в срочном режиме пришлось снова запускать их в работу. Благодаря оперативности их действий на теплоснабжении жилых домов и подаче горячей воды остановка оборудования не сказалась. В настоящий момент установлено, что причиной отключения линии стало повреждение на подстанции «Ноябрьская», которая принадлежит Свердловской железной дороге. И сейчас сотрудники ЖД выясняют, что именно там произошло. Добавлю, последний раз подобный сбой электроэнергии, который также ощутил весь город, произошел 18 февраля. Тогда причиной отключения стала несанкционированная выгрузка снега под высоковольтной линией. Машина одной из коммунальных компаний Ноябрьска с поднятым кузовом недопустимо близко подъехала к проводам, и система защиты, так же, как и сегодня, автоматически отключила высоковольтную нить. Сегодня в 10 часов утра на улице Энтузиастов строительная организация повредила газопровод. В результате подача газа была прекращена на центральную городскую котельную, а также на котельные, которые обеспечивают теплом и водой все городские поселки, включая дальние СМП и зону индивидуальной застройки. Такое было вводное для проведения плановых учений ПГУ ИЧС «Общество Энергогаз Ноябрьск». Уже через полчаса на месте предполагаемого порыва работал экскаватор, и аварийная бригада готовила спецоборудование для замены участка газопровода. Но сначала совсем в другой точке города специалисты «Энергогаз Ноябрьска» перекрыли подачу газа на вышедшую из строя ветку и переключили на запасные источники питания городскую и поселковые котельные. Для того, чтобы полностью восстановить работу газопровода, рассказал начальник цеха эксплуатации и ремонта газового оборудования Яков Тимошенко, потребуется не менее 10-12 часов. А чтобы таких ситуаций не возникало в принципе, строительные организации должны согласовывать планы и схемы своей работы с «Энергогаз Ноябрьска». Последняя авария такого масштаба была, если мне не изменяет память, в 1984 году. Это был порыв газопровода, который идет в районе котельной КВГМ-100, вот туда котельная СУ-904 и зона индивидуальной застройки. Там КамАЦУ работал и клыком зацепил газопровод, порвал. Два пожара произошло в Ноябрьске накануне. Около 10 утра на улице Энтузиастов в микрорайоне Вангапуровском загорелся гараж. Спустя 5 минут огнеборцы были на месте вызова, но возгорание ликвидировали еще до их приезда. Как выяснилось, в происшествии виноват сам хозяин гаража, который неаккуратно растопил печь. И вечером того же дня в одной из квартир дома номер 82Б по проспекту Мира начался пожар. В результате происшествия огнем повреждена детская комната. Остальные помещения квартиры закопчены. По предварительной версии, причина пожара стало неосторожное обращение детей с огнем. Здоровье ребенка в наших руках. У 5-летнего Кирилла Лукичева рак. Страшный диагноз – альвеолярная рабдомиосаркома. Малышу поставили в декабре прошлого года. За это время Кирюше сделали операцию по удалению части опухоли. Также он прошел уже 3 блока химиотерапии. Теперь ребенку необходима повторная операция, на которую требуются деньги. Предварительная стоимость лечения за рубежом – 6 миллионов рублей. Таких денег у родителей Кирилла нет. И вот что нам сегодня рассказала мама малыша Екатерина Лукичева. По плану было 4-й блок химии и пооперировать. Вот. Но так как после УЗИ, КТ мы делали, смотрели на опухоль, но да, она уменьшилась очень хорошо, она умирает, то есть сама опухоль там, но она еще
так недостаточно операбельная, то есть она больше количества для ребенка будет операция. Поэтому для того, чтобы не навредить ребенку, нужна еще лучевая терапия. После нее, конечно, да, нужна будет уже операция. На данный момент, на сегодняшний день, собрано в районе 700 тысяч. Мы очень надеемся, конечно, на помощь фондов, но им тоже нужны счета клиники. Как только будет у нас счет на руках, мы, конечно же, это сразу фонды, то есть все это поступит, все счета, то есть я и уже буду на рассмотрении. То есть, в принципе, они все готовы помочь. Кстати, если бы 30 тысяч человек перевели по 200 рублей, уже бы набрались необходимые 6 миллионов. Напомню, перевести деньги можно, отправив СМС на номер 4647. В сообщении нужно написать слово «благо», пробел и сумма, которую вы хотите пожертвовать. К примеру, «благо» пробел 200. После этого приходит СМС от оператора сотовой связи, который просит подтвердить, что вы действительно хотите перевести деньги. Сообщение с подтверждением бесплатное, и его необходимо отправить. Только в этом случае деньги дойдут до получателя. Также реквизиты, на которые можно переводить деньги, размещены на сайте ноябрьск.рф и на страницах новостей нашего города в социальных сетях. 9 лет мучений. Именно столько времени жительница города Генриетта Тулина не могла добиться получения первой группы инвалидности. В нашу программу женщина обратилась от безвыходности. Все эти годы она буквально засыпала бюро медико-социальной экспертизы письмами и требованиями наконец признать, что сама себя она обслуживать не может. Однако толку от этого было немного. Кирилл Мигель с подробностями. Вот, месяц до аварии, Кемер. На этих фото Генриетта Васильевна с мужем на семейном отдыхе, еще счастливая и беззаботная. Секунда, и жизнь перевернулась с ног на голову. Ноябрь 97-го. Страшнейшая автокатастрофа. 10 переломов, тяжелая черепно-мозговая травма, 270 дней, проведенных в ЦГБ, неудачная операция и в результате полный паралич одной ноги. Может, я симулирую? Меня тыкали в эту парализованную ногу иголками до крови. Я же не чувствую. У меня угроблен седалищный нерв по нулям. Вот документы. Седалищный, малоберцовый, большеберцовый и чувствительный. Угроблено все по нулям. И, значит, но ничего этого они не описывали. Кипы бумаг рядом с женщиной сплошь выписные эпикризы, медицинские заключения, решение комиссии МСЭ, отписки, обобщает Генриетта Васильевна. Впрочем, в 2000 году ей все-таки удалось добиться признания ее инвалидом первой группы, когда жительница города уехала на лечение в Курган. Причем это стало неожиданностью даже для нее самой. Я ни заявления не писала, ни просьбы не писала, никаких здесь обследований дополнительных не делала. Мне туда заочно и досрочно прислали первую группу. Не в срок, а досрочно. Прислали первую группу, чтобы не опозориться перед иногородними врачами. В 2004-м группу снова сняли, ведь в Кургане врачи таки поставили Генриетту Васильевну на ноги. С трудом, на костылях, но она могла передвигаться. А раз так, то и степень инвалидности можно изменить на менее серьезную. Решили здесь. На этом лечение практически закончилось, рассказывает женщина. И как следствие, серьезное ухудшение состояния. С того самого времени она пытается восстановить статус инвалида первой группы, но тщетно. Я скандалистка, я симулянтка, то есть легче, конечно, человека обозвать симулянтом, чем его лечить. Сахарный диабет, ишемия, спондилез, коксартроз, гиперлипидемия – все вышеперечисленное – лишь крохотная часть того букета диагнозов, которые поставили Тулиной десятки врачей от Москвы до Латвии. В день съемок Генриетта Тулина ждала очередную комиссию из МСЭ, чтобы еще раз предметно поговорить о них с экспертами. Но звонок в дверь так и не раздался. Добрый день. Это Тулина у телефона. Скажите, пожалуйста, вы меня ориентировали, что сегодня в 12 будет комиссия. Как-либо комментировать эту ситуацию специалисты бюро МСЭ и Центральной городской больницы отказались, сославшись на врачебную тайну и закон о защите персональных данных. Но как бы там ни было, Генриетта Тулина не перестает надеяться, что когда-нибудь ее вопрос все же будет решен, и верить, что в людях еще живет чувство сострадания и здравый смысл. По крайней мере, говорит она, с приходом нового руководства в ЦГБ, хоть лекарства и стали выписывать без перебоев. Кирилл Мигель, Антон Владимиров, новости нашего города. Пока этот материал готовился к эфиру, стало известно, что проблема решена. Эксперты бюро МСЭ после комиссии на дому у Тулины вынесли свой вердикт – присвоить Генриетте Васильевне инвалидность первой группы. А в городской администрации сегодня состоялось первое в этом году расширенное заседание Координационного совета по делам инвалидов. Одна из главных тем повестки дня – организация доступной среды для маломобильных групп населения.
Так, только за 2012 год на эти цели из городского бюджета было выделено свыше 7,5 миллионов рублей. На эти деньги удалось отремонтировать около 1,5 километра тротуаров, переоборудовать подходы к пешеходным переходам, установить пешеходные ограждения, а также на 3 перекрестках установить новые светофоры со звуковыми сигналами для слабовидящих горожан. В дальнейшем мы не забываем регулярно в любой ведомости объемов работ, в любом производстве работ учитывать все сложности движения маломобильных групп. Вот. Поэтому работа не прекращается, ведется в этом направлении постоянно. При переселении в Тюмень ямальцам запретят оставлять своим детям жилье на севере. Такое предложение вынесли депутаты на очередном заседании комитета Заксобрания Ямала по социальной политике и ЖКХ. В частности, речь идет о микрорайоне Ямальский. В этом году квартиры здесь получат свыше 2500 наших земляков. Однако, как отметил первый заместитель губернатора Евгений Мискевич, уже сейчас в тюменских газетах появилось большое количество объявлений о продаже квартир в домах для переселенцев с Ямала. Скорее всего, считают депутаты, люди просто хотят обогатиться за счет бюджетных средств. Стали нередки объявления о продаже жилья, которое люди получили за пределами округа по программе переселения. Поэтому сегодня рассматривается вопрос о том, чтобы вернуть норму, согласно которой поучаствовать в программе переселения можно было, лишь сдав имеющееся в округе жилье, отметил Евгений Мискевич. Команда КВН «Эберснефтегаза», сочиняя мечты, завоевала 2 кубка на первом корпоративном фестивале команд КВН «Газпромнефти». Подробности успешного выступления КВНщики накануне рассказали заместителю генерального директора по организационным вопросам Владиславу Кузнецову. Мероприятие прошло 13 марта в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли команды, представляющие основные направления деятельности «Газпромнефти» – добычу, переработку нефти и сбыт. Это нефтяники из Москвы, Казахстана, северной столицы, Тюмени, Омска и Ноябрьска, а также команда корпоративного центра компании. Им предстояло выступить в 4 конкурсах. Это традиционное приветствие, состязание капитанов, конкурс на лучшее видео и домашнее музыкальное задание. Итак, наша команда стала лучшей в капитанском конкурсе и завоевала кубок за лучшую шутку игры. Один из самых ценных – трофей фестиваля. Причем, по словам КВНщиков, эти достижения стали для них полной неожиданностью. Совсем немножко неожиданностью, потому что мы рассчитывали на победу в приветствии, а победили в капитанском конкурсе. И за лучшую шутку. За лучшую шутку вообще неожиданно было, на самом деле. Самое сложное – это выйти на приветствие. Мы были вторыми. И начать свое выступление. Волнение было сильное, но оно прошло буквально через несколько секунд, когда мы услышали первый смех и аплодисменты зала и сразу успокоились. Далее в программе о том, что интересного для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. Всемирная акция «Час земли» пройдет 23 марта с 20 часов 30 минут местного времени. На первой полосе свежего номера СН дает советы тем, кто беспокоен снижением электропотребления в повседневной жизни. Жажда наживы и страсть к легким деньгам – вот основные причины, которые толкают людей на совершение экономических преступлений. Почему неистребима коррупция и мошенничество? Об этом читайте в интервью с начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД города Ноябрьска Русланом Богдановым на 3-й странице номера. Надо ли спасать русский язык от вырождения? Об этом рассуждали участники круглого стола «Русский язык в 21 веке». Журналисты, учителя, школьники во главе с кандидатом филологических наук, старшим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова РАН Ириной Левонтиной. Как найти баланс между старым и новым языке, читайте на 8-й странице газеты. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. А далее в выпуске новости спорта. Ноябрьская дружина по мотокроссу «Газпромнефть» вернулась с первой серьезной гонки этого сезона. В Югре, выступая на Кубке «Газпром Трансгаз Сургута», ноябрьские спортсмены в личном зачете завоевали 3 золота, 4 серебра и 2 бронзы. И с огромным отрывом от соперников стали обладателями главного общекомандного приза. Результат показал именно в КАТ, можно сказать, в сезон 2013 года неплохой. Наши спортсмены, если смотреть среди гонщиков, здесь участвовали гонщики из Тюменской области, Ханты-Мансийского округа, Ямало-Ненецкого и Свердловской области. То есть мы смотрелись очень даже предпочтительно.
На очень сложной сургутской трассе ноябрьцы действительно демонстрировали высокое мастерство. Так Михаил Холодов после не совсем удачного старта в первом заезде, во втором сумел выиграть у двух чемпионов России прошлых лет. Первый заезд я упал в начале, последнее место. На последнем месте был. И в течение всего заезда догонял и до шестого места добрался. Ну, а во втором заезде все как удачно сложилось. Я нормально стартанул, не падал и второе место занял. И по общему результату третье у меня вышло. Спортсмены «Газпромнефти» победили в трех классах. Отлично выступили в классе мотоциклов с колясками. И давно такого не было, попали в медали в женском заезде. Все это говорит о хорошей, качественной подготовке к стартовавшему сезону. А значит, и болельщики, и спортсмены смотрят вперед с оптимизмом. Все хорошо настроены. Не хочу, конечно, сглазить. Первая гонка вообще, на мой взгляд, очень неплохо прошла. Результат все показали неплохой. Думаю, что и сезон, если так все пойдет, будет все хорошо, будет все сложится. Ну а вскоре жители Ноябрьска смогут и сами воочию оценить мастерство наших спортсменов. Ведь 30 и 31 марта в городе пройдут традиционные соревнования «Кубок Ямала». Команда «Газпромнефть», являющаяся многократным и действующим обладателем главного трофея, собирается в очередной раз продлить домашнюю прописку для Кубка еще на один год. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города. Спортивный праздник для 280 мальчишек и девчонок. Сегодня в спорткомплексе «Зенит» на быстроту, ловкость и меткость соревновались ребята из 28 детских садов города. Это мероприятие состоялось по инициативе депутата законодательного собрания Геннадия Любина. На веселых стартах побывала и наша съемочная группа. Внимание! 28 команд по 10 человек в каждой. Своих спортсменов-малышей на веселые старты выставили почти все детские сады города. Поучаствовать в таких массовых состязаниях приехали ребята даже из отдаленного микрорайона – Вангапуровского. Ребенок выступает, пришел поболеть, поддержать. Желаю ему победы в соревнованиях. В общем-то, главное здесь не столько победа, сколько участие, столько позитива, положительных эмоций у детей. Море очень. Вы со всеми мешками надо было все мешки забросить в корзину без промаха. А вы ставили самокат там, надо было прокатиться на самокате, объехать стойку и вернуться, передать самокат. А как ваша команда, команда вашего детского сада выступила? Какое место займете? Я думаю, что первая. А вы первыми приходили? Иногда приходили чуть-чуть вторыми или третьими там. В итоге у «Ласточки» диплом участника. Но никто из малышей не расстроился, ведь подарки в этот день получили все без исключения. А победителям их 9, так как самых спортивных выбирали в трех номинациях, в зависимости от количества групп в детском саду, в дополнение к игрушкам – озонаторы воздуха. А самыми быстрыми, ловкими и меткими оказались ребята из «Ромашки», «Улыбки» и «Звездочки». Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города. И последнее. Не за горами День смеха. К 1 апреля новости нашего города проводят конкурс «Фотосмайл». Чтобы стать его участником, необходимо разместить в альбоме нашей официальной группы в «Одноклассниках» авторское фото. На снимках должен быть запечатлен любой курьез из жизни Ноябрьска. Это могут быть вывески с ошибками, нелепые рекламные объявления или просто смешные снимки горожан. А также фотокурьезы на тему строительства, ремонта дорог или ЖКХ. Причем победителя определите вы сами, участники группы в «Одноклассниках». Автор работы, набравший наибольшее количество оценок, получит специальный приз от издательского дома «Благовест». Фотографии необходимо размещать до 31 марта включительно. Подробнее об условиях конкурса читайте в нашей группе на сайте «Одноклассники». Пока же в лидерах фотография забавного малыша, которую вы сейчас видите на своих экранах.
На сегодня это все. Смотрите новости нашего города по будням в это же время. А я с вами прощаюсь. До встречи. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. «22 марта в Салехарде преимущественно без осадков. Ветер восточный, температура минус 25 градусов. Муравленко возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура 17 градусов ниже 0. В Ноябрьске облачно, небольшой снег. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Температура 15 градусов мороза».